Добрый день, друзья. Я продал кота. Такое хорошее, да? Хорошее такое утро. Вы не подумайте, что Сильвера или Саймона — это наши друзья, их никого продавать не будем. Петуха. Я вам в некоторых роликах говорил, что у меня по двору ходят 3 петуха. Кот, дедушка и бабушка. И 2 молодых еще бегало, тоже пуховых. И одного я поменял на опилки, одного продал раньше. И осталось 3. Вот это кот, дедушка и бабушка. И вот человек захотел черного. Он и в прошлый раз они взяли черного. И сейчас говорят, а пухового черного нету. Не знаю, говорю, почему вы не хотите. У меня есть белый там молодой, я бы его тоже отдал. Нет, хотим черного. В общем, я им отдал кота. Это из хороших новостей. Они, это те, которые приходили за поросенком. В общем, продал еще одного поросенка, тоже черного. В общем, вот так. Они брали светлого поросенка, а теперь взяли кабанчика черного от другой свинки, чтобы их покрывать. Ну, от другой свинки, еще и при том от другого кабанчика. Вот так, можно сказать, сформировали людям семью, не сильно близкородственную. Почему не сильно? Потому что мамки, сестры, получается, кабанчик со свинкой, ну, как бы двоюродные, можно сказать, из-за свиноматок, а кабаны абсолютно разные. То есть, получается, что не сильно близкородственные. Я человеку объяснил, сказал, что вот так и так, она сказала, нормально. Они вообще даже думали, что я просто дам кабанчика от той же свинки, но я им предложила другой. Ну, короче, вот так. Я говорю, что близкородственные не очень хорошо, но это не супер близкородственные, так что вот так. Это из хороших новостей, что я продал поросенка и петуха. Вот так. Вы мне вчера написали, что тут 40 штук, а я почему-то их не посчитал. Еще мне нравятся, знаете, люди, я люблю людей в комментариях, которые умничают. Мне часто пишут, что я умничаю, а я люблю людей, которые умничают еще и похлеще, чем я. Вот так. Мне вчера один человек, он уже комментариев 5 написал. Ой, я забыл, как его зовут. Там ник, только одно имя. Он написал, что какие кохинхины, обычные цыплята с перышками на ногах. Ну ладно, если вы так считаете, то ладно, можете спать спокойно. Это чистые кохинхины, потому что кохинхины сидят абсолютно отдельно. Мы сейчас к ним сходим. Я просто подложил под какую-то курочку яйца от кохинхинов. Поэтому здесь 3 абсолютно чистых кохинхина. А когда я говорю падуаны, то я имею в виду, что петух падуан. Кто меня смотрит давно, тот знает, что чистых падуанов у меня нету. Но я же не буду, когда я вчера высаживать, говорить: мамка бинтамка, папка падуан, мамка бинтамка, папка падуан. Ну блин, ну так смешно вот такие читать комментарии, но так любят умничать некоторые, что прям и кушать не надо. А из плохих новостей, видите, здесь нету курицы. Я ее выкинул, еще и надо было ей метлой дать по мордасам, потому что сегодня ей почему-то не понравился один цыпленок. Она уже достаточно давно их водит, цыплятам почти месяц, и в это время куры начинают их бросать. Она еще не снесла яйцо, но уже начала агрессию проявлять, и притом она просто прям побила одного цыпленка. У него прям вся спина из этого, вот знаете, что его еще очень хорошо спасло от других цыпляточек, что у него кожа черная, и на нем не сильно так видно. Вот этого цыпленка прям била при мне, вон на крыльях рана, по спине вся рана, прям кидалась. Я ее прям резко вот так выхватил, то есть как я пришел сюда, я и шел, и сразу уже слышал, что цыпленочек кричит. А теперь остальные не будут его обижать. Ну, я наблюдаю, вроде не сильно не обижают, но если что, ну, блин, ну, короче, не обижают. И я ее за шкирки и нафиг выкинул из гнезда. Это вот такая первая проблемка, которая произошла за ночь. Это, знаете, вот мне часто говорят, когда я, например, кого-то куда-то выпущу, и чужие, ну, сильно плохо принимают во двор, да, ну, птицу, и мне пишут: о боже, они дерутся, драться могут, даже
мамка с собственным цыпленком, понимаете? Как бы не надо даже никого никуда подсаживать. И вот эти 4 гусенка, что я вчера выпустил, сегодня метлой, вот она у меня стоит, сегодня метлой получили все взрослые гуси, которые здесь во дворе ходят. И вот этот момент с гусями, когда они бьются, меня уже который раз наводит на мысль, что все-таки я как бы на, ну, правильно мыслю по поводу того, что гусей я хочу всех убрать. Не хочу держать гусей. Они максимально агрессивные, они максимально крикливые по отношению к другим видам. И, ну, как бы, в общем дворе очень с ними сложно. Часто обижают. И вот маленький гусенок залез в кастрюлю. Ну, это, ну, как бы это произошло ночью. Утром вышел и вот такую проблему нашел. Он живой, но они его просто вот вышли во двор, а они вот как коршуны над ним. Он там чуть ли не тонет в этой кастрюльке, она небольшая. Они его вот так долбут, все стоят, вот эти взрослые обормоты. Ну, короче, я его забрал, помыл, посадил в брудер. На голове рана обработал ее... Обработал ее этим, присыпкой для ран. Ну, короче, и, ну, в брудер посадил туда, на тот двор. И включил 30 градусов, потому что, не знаю, переохладился он или нет. Будет дело с него, не будет. Ну, короче, если все будет хорошо, я вам покажу. Еще вот сколько раз тут прохожу мимо и хотел вам показать ласточек. Ой, мамка залетала только что. Раз. Раз, два. Это уже третий выводок. Смотрите, 5 штук. Ну что за красавчики, да? И это не единое гнездо с ними еще есть. Есть некоторые, где уже улетели. А есть еще, где сидят. Ой, ты моих маленькие. Ну, короче, вот так. И... У этих поубирал, ну, вообще не видно, да, что поубирал. А тех гусяточек, вот, они в порядке, но я их вот туда посадил. Отсадил отдельно, все-таки с тем, что... Те гуси взрослые уже, эти еще мелкие. Очень, знаете, что мне самое странное в этой ситуации? Что маленьких утят, которых я выпустил во двор, ну, один выводок, второй выводок, да, их никто не обижает. Ну, я имею в виду, гусям на них по барабану. То есть, ни один выводок, ни второй, ну, как бы, вот прям манюсенькие утятки во дворе, и их никто не трогает. Что? Чучело орёт. Вот маленькие утятки, их никто не трогает. Ну, я думаю, вы поняли, да, о чем я. А гусят выпустил просто такая сумасшедшая агрессия, что капец какой-то. Не хочу гусей. Зло какое-то, а не птица. Еще что хотел показать. Тоже, ой, там, наверное, вылез цыпленочек. Вот этим придуркам что не имется. Вот. Хорошо все, корм, вода стоит. Осталось совсем чуть-чуть их, как бы, маленькие, ну, то есть маленькие, говорю, то есть свободно им уже, да, в помещении. И вчера я вам их показывал, а сегодня прихожу, а вот индюк побитый. Это, конечно, не сильно побитый, но я переживаю, что они его в следующую ночь еще сильнее побьют. Вот этот мне момент не нравится. И придется его убирать. Вот у индюков такая вот агрессия проявляется. Они просто кого-то бывает раз и выбивают из стада. С кем он подрался, выглядит как с тем. Он тот немножечко тоже побитый. Ну, короче, я не планировал индюков убирать сейчас. Но если вдруг его еще завтра сильнее побьют. Сейчас, ну, знаете... Кто-то может сказать, да, отсади его. Куда его одного отсадить? Зачем? Смысл какой? Ну, как бы ему жить где-то отдельно. Это вот я не пойму. Это просто будем его убирать на мясо. То есть, если его еще будут обижать, как бы. Вот такие вот планы. Валенки безмозглые, не пойму. Ну и для того супер умного человека, который любит поумничать, вот. Чистопородные карликовые кохинхины, от которых у меня вылупились цыплята. Если вы решили поумничать, то вы, пожалуйста, не на тот канал зашли. Так что вот так. Это мадам снесла еще сегодня яйцо, так что яйцекладку продолжила.
Вот такие дела. Ну, а ночью я уже, ну, не стал оставлять цыплят под курочкой, чтобы она их там не подавила, чтобы они вдруг не вывалились из гнезда и не замерзли. Пересадил их сюда к пуховым. Ну, а сейчас пошли. Что вы орете? Я вас специально только покормил. Полная кормушка. Что орете? Уже и слова нельзя у вас тут сказать, да? Жрите. Чокнутые. Вот такие вот дела. Короче, то одно, то другое, да? Ты тут себе управляешься, думаешь, поуправлялся и справился, ну, птица и животные сами вносят свои коррективы. То кабаны вылезли, подрались, это капец. Короче, капец, короче. Тут у одного этого, у одного, вот эта паразитина, которая цыпленка побила, я ее сюда пустил. Вот там курица села нестись, выгнала квочку с гнезда, квочка, вот квочка, нервничает, стоит, нужно ее тоже с яйцом куда-то перенести. Короче, что хотят, то и творят. И у одного этого, знаете, просто это что-то потрясающее, потому что один раз учился кукарекать. Не знаю, что с ним произошло, но он не умеет кукарекать больше. Он такой... Мне кажется, что он, ну, может, конечно, он приболел. Я ему дал... Он бьется курицы. Побили ту, которую выпустил. Я ему дал... таблетку метронидазола, ну, короче, это должно помочь при, ну, если он заболел. Но то, что у него нет голоса, это хорошо. Так, кыш, кыш отсюда, глянь. Да слезьте ж вы. Кыш, ну, вам что, больше негде сидеть? Вот это еще мне. Вон у нее 5 яиц осталось еще. Но я их... Да вылези отсюда! Цыпляточек забираю. Вот это, знаете, в общей семье выводить, ну, я имею в виду в стаде, это ужасно. Это ужасно, потому что они друг другу мешают. Но так как она уже села, они уже сидят где попало. Эти яйца я сейчас гляну. Ой, это вообще какой-то... Какое-то свежее, как будто ей поднес кто-то, или оно это. Так, это наклюнутый цыпленочек. Это тоже пустое. Это замершее. Это неясное. Все, это сейчас на курочка наша. Мамулечка, тихо. Тихо. Вот так курочку взял. То 4 пустых, ну, яйца порченных или пустых. Короче, оп. Ой, неудобно, конечно, но за года я уже с вами привык здесь, да? Я имею в виду ходить, работать одной рукой. Вот это яйцо вот наклюнуто. Но так как она уже стала их водить, сейчас полезет к ним в это, то это яйцо... Можно отдать вот этой красотке. На, она вылупит нам цыпленочка. Еще я слышал, что... Кстати, вот там еще были. Улетели. Я не пойму, это... А, только вылупились. Это уже третий выводок. Третий выводок. Все. Ой, такие прям маленькие. Хочу еще заглянуть разочек. Не фокусируется, да? Блин, ну ладно. Высоко сильно я не достаю. Ладно. Все, забираем деток. Тихо, курочка. Курочка, сейчас, секундочку. Не орите, вы как будто голодающие. Вот этих всех забираем. Угу. И пуховые. У всех будет мамка. Гля, гля, что делает? Гля, что делает? Прибежал. Ах ты, гля, сходу, кыш! Гля, какое чучело!
Вот это и дедушка тебе. Или бабушка. Кто-то бабушка. Пришел, побил курицу. Не вас. Оп. Оп. Давай сюда, сюда, малыш. Оп. Давай, давай. Оп. Все. Все, всех собрали. Капец. Иди сюда. Давай. Давай, мамулечка. Чуть не это. Чуть не изнасиловал, да? Тихо-тихо. Вот паразит такой. Ля, стоит. А ну пошел вон. Ну вот такие вот дела. Кыш. Кыш. Раз. Мамулечка. Так. Пуховый постарше. Раз. Это ее. Это ее. Пуховый. Это ее. Это ее. Ну, короче, вот так. Откуда? А, ну, наверное, я подкладывал и оттуда, да? Вот так. Оп. Оп. Ой, я не посчитал. 4, 12, 14. Все. 14 штук. И мне кажется, вот там... А еще, знаете, интересная история. Сейчас я вам покажу интересную историю. Мне кажется, вот там еще один цыпленок вылупился. Но вроде было наклюнуто яйцо. Это получается будет 15. И вот там надо не забыть у той курицы тоже забрать. Это тоже будет уже 16 цыпленок. Но если вылупится. А интересная история. Помните? Сейчас, я чтоб не пугать. Помните вот эту уточку, у которой было 16 утят? Потом где-то один пропал без вести. И очень долго у нее было 15 утят. Потом одного утенка задавил кто-то. Я грешу, или на селезни, или на гусаков. Ну, короче, не сильно понятно. И у нее осталось 14. Это вот эта самая известная утка сейчас на канале, которая водит вот этих вот утяточек. А теперь считайте. Считайте, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стоп. Пять. Ну, правильно. Пять, десять, пятнадцать. Я не знаю, где она взяла 15-го себе утенка, но к ней присоединился 15-й утенок. Ну, как бы это все выглядит смешно, но на самом деле у нее реально их было 14. Это самая такая, как бы, добрая нянька утка, которая их водила и водит до сих пор. Вот они за ней ходят. И вот этот утеночек, не знаю, получится у меня показать сейчас на экране, мой палец видно. Вот этот утеночек, который вот возле нее сидит, он меньше по размеру, у него меньше перышек, ну как бы крылышек. Какой-то утеночек, она знала, что у нее было 15 детей, и она себе приняла какого-то 15-го утенка. Я не знаю, где она его нашла. Ну, блин, ну это так смешно выглядит, потому что я буквально, ну, примерно дней 10 после, может, недели, я не помню, вот когда утенок пропал, в один день вот это, когда задавили утенка и гусеночка, сколько прошла, неделя или сколько с того дня, и все дни я насчитывал у нее 14 утят, она вот с ними всегда сидит вместе. А тут вчера вечером, и вчера днем, и сейчас вот утром у нее 15 утят. Как вам показать, что тот утенок реально меньше? Меньше такой где-то на неделю, может даже больше, чем на неделю. С желтым клювом. Их у нее с желтым клювом немного. Я думаю, вы видите не этот, а вот... Ну, мне просто в экран плохо видно, потому что солнце светит. Короче, он маленький. Видите, он даже ниже, где-то на 10 сантиметров от них всех. Но я думаю, да, видно, вот этот. Где она себе? В приют брошенных утят сходила, я не пойму. Уточка, ты где себе нашла утенка 15-го? Будет еще смешнее, если у нее появится и 16-й, да? Вот это мама-золотушка. А ну. Вот, посмотрите, они уже наполовину в перышках обросли, а он лысый. Тот утеночек. Почему он к ним присоединился? Он самый дальний.
Выходи, уточка, выходи. Давай. Вот, вот тот, вот тот, вот тот, вот тот. Вон, видите? Но он реально меньше на неделю, а то и даже на две. Вот этот вот утеночек. Ты где нашелся? Смешно смотреть. Ну, короче, вот такое тоже бывает. Вообще не пойму, откуда это все взялось. Так, можно включить свет. И тут, если все нормально, потому что три наседки в одном гнезде, это, конечно, ужас. Блин, ну должен... Опачки. Нет, пожалуйста, прогуляйся. Раз. И ты прогуляйся. Два. А ну. Есть! Нет, не лезь. Есть! Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. Вот он, вот он. Ты кто? Пуховый. Пуховый цыпленочек. Вот так. Все, несем его тоже мамке. А еще, кто помнит, вот утенка белого. Там, где сейчас сидят свиньи, помните, там был такой утенок с тонкой, я вам говорил, что с такой характер у него, такой он заторможенный. Я его из брудера высадил, помните, туда. И он такой стоял заторможенный постоянно. То есть те такие все шустрые, а он такой реально заторможенный. И вот он такой сам по себе ходит. И он какой-то заторможенный и до сих пор, но растет. Вот это такой странный утеночек, но растет. Вот так. Ля. А эти валенки уже пришли проверять цыплят. Ужас, а не птица. Ужас. Вот так. На. На. Оп. Маленький. Лезь к маме. Ну вот так. Ведь и пуховые все пошли к мамке. Знаете, что я думаю? Я ей одену очки, потому что сейчас она мамулечка добрюшечка, прям хорошая, а начнут расти перышки и начнет их обижать. Как бы вот сколько я с ними не боролся, чтобы они не клевались, они все равно начинают клеваться. Вот эту курочку, которую я сегодня выкинул от цыплят, она же без очков. То есть как бы надо все-таки оставлять очки. Так что одену ей очки, чтобы никаких у меня с ней проблем не было. Вот та курочка с 40 цыплятами сидит и никого ничего не обижает. Так что очки только на пользу. Курицы не мешают, а цыпляткам на пользу. Ну вот такие вот дела, друзья. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. И всем пока-пока.